друзья, с вами Светлана, и сегодня мы с вами наконец-то дойдем до моря. Почему наконец-то? Потому что минус 4, это очень холодно, правда. Когда тут ветер 17 метров в секунду, это очень холодно. По ощущениям минус 16, имейте в виду, я мучаюсь, но специально для вас. Вы же думаете, что вы тут не бывает зимы, а еще как бывает. В общем, я сейчас вместе с вами отправлюсь на пляж возле Одиссеи. Тут ближе всего на машине подъехать. Не обессудьте, никаких центральных пляжей не будет, потому что я просто там закоченею, только идти до моря. Но раз вы любите море, значит, вам без разницы, какой это пляж, да, и где именно это море. Плюс тут недалеко до дома отсюда, вообще шикарно. В общем, пойдемте погуляем. Ну, как погуляем? Ну, наверное, просто посмотрим на него какое-то время небольшое, потому что, правда, хочу вам сказать, что очень-очень холодно, правда. В общем, сейчас все сами увидите. И ветер задувает. Будем под музыку наслаждаться морем. Не верите, что у нас ветра? Кстати, сейчас нет ветра, реально. Может, там возле моря будет? Погнали, посмотрим. Тут даже можно и поговорить с вами еще немножко. Видите, если бы это было летом, то, мне кажется, сюда бы не каждый пошел залазить. Это подниматься надо по песку. Хорошо, что у меня сапожки, не кроссовки, иначе я бы домой еще килограмм песка прихватила с собой. А еще, смотрите, на верхушках немножко снег вперемешку с льдом. Наверное, это больше лед. Ого, как проход поменялся. Я что-то вообще не поняла. Я его не узнаю. Это пляж, на котором... Офигеть, ребят, кто был на этом пляже, вы его просто не узнаете, я вам серьезно говорю, я вот разного состояния видела, но чтобы вот такая гора была, просто пытаюсь вам сейчас в уменьшенном виде показать, она реально огромная. Вот, тут можно делать фотосессии сейчас на фоне песка, такой вот сафари вид. Так, это прям тучка посередине, там светло. Светло. А у нас по курсу тучка. Слушайте, никого на пляже, но сегодня, вы посмотрите, ветра нет. Подождите, передавали норд-ост. Ух ты, заснеженная Анапа, обожаю этот вид. Там вдалеке горы Анапы заснеженные. У нас такое событие не постоянно, но в этом году это уже стало привычным. И море абсолютно не волнуется. Полный штиль. Напоминаю, минус 4. Как бы не месяц мая. Да там тоже вот один человек сидит вдалеке на лавочке. Я не знаю, наверное, не мерзнущий человек. Пляжи пустые. Но сегодня хоть ветра нет. Наверное, мы все-таки с вами полюбуемся на небольшие волны. Все равно они какие-то да должны быть. Не может же море быть абсолютно спокойным. Но сегодня похоже на это. Видите, даже получается с вами говорить. Ну вот сзади, вот сейчас подходя к морю, что-то поддувает спину неприятно. Я думаю, долго мы с вами все равно не будем. Я не одна, чайки! Ура! Я не одна. Красивые птицы. Я бы что, прям надо мной скопились? Не страшно. Не окружайте. Ай-яй-яй, не окружайте. Что так близко летит? В смысле близко так? Вообще не боятся, что ли? Вообще не боятся чайки. Я в шоке. Вы, короче, реально типа людей не боитесь, что ли? О, ветер пошел, ветер.
что я вам хочу сказать? Я хочу вам сказать то, что я очень замерзла, поэтому я бегом с пляжа. -4, понимаете, возле моря, это реально -16. А, в общем, кто досмотрел видео, не забудьте лайк. Спросили, говорите, море, нет моря, вот оно море, но на него сейчас реально невозможно идти, потому что очень холодно. За храбрость лайк, за дизлайк, если вы недовольны этим морем. В общем, любая активность будет только в плюс. Не забывайте подписываться на канал. Будем, короче, променад на море устраивать, но сейчас, простите, нет, не вариант, вообще не вариант. Всем пока-пока.